Добрый день. Мы находимся на территории садового центра «Ботаник Маркет». Мы начали его строительство в 2014 году летом. Надеемся на 100% закончить строительство в 2017 году. Садовый центр расположен возле города Борисполя, буквально в 500 метрах от его черты, на 6 гектарах территории. Строительство садовых центров делается на несколько этапов. Самый первый этап – это проектирование. Следующий этап – это планировка грунта. Другой этап – это устройство дренажной системы в обязательном порядке, потому что растения поливаются, и излишек воды он должен куда-то деваться. Поливочная система также делается, и выполняются работы по организации дорог. Дальше делаются различные системы затенения, укрытия и так далее. Ну вот за моей спиной вы видите теперь территория в работе, и сейчас организовывается строительство дороги. Прежде чем мы приступили к работам, здесь была болотистая местность, покрытая вся сорняком, который вы видите за моей спиной. Буквально через пару месяцев мы эту территорию распланировали, перевезли с места на место тысячи кубических метров земли и сделали, чтобы территория была в трех уровнях уклона. На территории организованы водоемы. Одни для отдыха, другие несут технологическую функцию. Например, за моей спиной вы видите водоем для полива, который также выполняет функцию осушения, потому что эта территория в основном болотистая. Другой водоем выполняет технологическую функцию также для осушения, для дренажной системы. Здесь огромная система дренажных труб, также система полива. Ну и на схемах это все можно будет увидеть. Проект, он имеет свойство, как живой организм, постоянно меняться. При работах возникают какие-либо нюансы или какие-либо идеи, которые тут же вносятся изменения в проект и дорабатываются. Невозможно все полностью детально до конца продумать. Общая концепция, она есть, она понятна. А в деталях кроется успех. И вот, допустим, одна сетка сначала проектировали, систему дренажа. Другая сетка, система магистрального водовода. Дальше нужно запланировать, откуда должны выйти трубы системы полива, опрессовать систему полива. Сам садовый центр будет не только специализироваться на продаже растений, а в том числе все, что необходимо для садоводства. Также будет на территории погрузо-разгрузочная площадка логистическая, где материал может перегружаться, сортироваться и не попадать на выставочную площадь, а сразу отправляться своим клиентам. Мы планируем здесь также сделать и зону отдыха, и представить растения в ландшафте, потому что это хорошая реклама для продажи растений. За моей спиной вы видите небольшое озерцо, где будут декоративные рыбы и в том числе водные декоративные растения. Работая с нами, маленькие поставщики могут выйти на крупные рынки, например, торговых сетей или рынок озеленения. Потому что здесь на площадке будет представлена продукция сотен производителей в широком ассортименте и с невысокой ценой.